Добрый день. Добрый. Вас как зовут, малыши? Меня Данил. А тебя? Андрей. Андрей, а тебя? Варя. Варя, да? Друзья, сегодня мы приехали на Семашко, многодетную семью. Женщина ждет еще одного ребенка. И сегодня, благодаря вашей поддержке, в эту большую семью мы привезли вот два продуктовых набора. Здесь и курочка, и все самое необходимое. Печенье, сладости. Конфеты любите? Да. Вы можете уже раскрывать, кушать. Да? Ромашки. Я умею. Ромашку обожаю. Обожаешь ромашку? Да. Ну, папа тоже любит. Да. И скажите, а вы здесь прожили всю войну, да? Нет, мы не всю войну прожили. А раньше вы где вы жили? Ну, мы жили в Некоторине, в Луганской области, потому что ну, из-за войны там было меньше обстрелов. Вот. А потом здесь приехали. В 2015 мы здесь жили, в 2014, а потом уехали на 2016. Потом в 2017 приехали обратно. Ну, обстрелы вы попадали под обстрелы? Ну, да, слышали, конечно, все это. И над домом долетало там, конечно. Друзья, ну вот уже детки кушают конфетки. Спасибо вам огромное, что помогаете людям, живущим у нас на Донбассе, особенно деткам, которые нуждаются в нашей помощи. Спасибо огромное, низкий вам поклон, ребята. Спасибо, спасибо, скажите. Спасибо.